Всем привет, друзья! К чему снится обувь? Приснившаяся обувь предвещает многообещающее знакомство. Оно состоится в нестандартной обстановке, когда вы меньше всего будете его ждать. Общение с новым знакомым стремительно перерастет в дружбу или любовь. Откройтесь внешнему миру. Излишняя закомплексованность и безинициативность оттолкнут от вас интересных людей. Порванная обувь означает, что вы плохо подготовились к возможным трудностям, и из-за этого ваши планы могут сорваться. После такого сна вам следует еще раз взвесить свои планы и трезво оценить свои возможности. Грязная обувь – это осложнение в делах и конфликты. Чистить обувь во сне – знак того, что скоро вам придется улаживать свои проблемы. Если обувь жмет ногу, такой сон подсказывает, что наяву вы не предприняли каких-то необходимых мер, что затруднит продвижение ваших планов. Если же обувь велика, похоже, вы строите слишком много планов на будущее. Попробуйте несколько умерить свой пыл и остановиться на чем-либо одном, иначе вы не сумеете довести до конца ни одно свое начинание. Спортивная обувь – знак того, что вам необходимо ускорить свои дела и более энергично претворять свои планы в жизнь. Домашние тапочки и шлепанцы – признак полной раскрепощенности и уверенности в будущем. В то же время, оказаться в шлепанцах на улице или в служебном помещении означает, что, расслабившись, вы рискуете попасть впросак. Неказистая, но крепкая и удобная обувь во сне указывает на то, что у вас есть шанс решить проблемы каким-то незамысловатым, но эффективным способом. Непарная обувь – предупреждение о том, что без надежного компаньона вы не сможете осуществить свои замыслы. Обувь на одну ногу означает, что вы смотрите на какую-то проблему слишком однобоко, тем самым обрекая себя на неудачи. Потеря своей обуви во сне – знак серьезных затруднений в продвижении каких-то задумок. Возможно, вам придется на какое-то время отложить свои дела. Если же вы видите, что в вашей обуви ходит другой, это намек на то, что некто собирается занять ваше место. Друзья, не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.